годы впрысков энергии чистой в тело артиста. Я раскалился так, что брызгал искры, завидя близко капризную киску. Даже скатился до исков на журналистов на грани убийства. Чувствовал ненависть близко, но даже близко не было риска стать пофигистом. Того ли ты захотела, сердце мое, скажи? Во все мое тело будто понатыкали ножи. Так охладела каждая клетка моей души, что без предела я оголтела, плаваю в море лжи, как моржи. Спасают идущие на дно бесконечно. Я плаваю, да, чтоб тоже научиться делать свое дело безупречно. И как-то однажды чувствую, что-то шевелится под рубашкой. Я руку туда запускаю, а там душа нараспашку. Прям даже страшно, из этой зияющей бездны я сердце извлек, бережно убрал в бумажку. Как же может этот вот гаджет знать про каждого из нас о важном? Домой возвратился, кружатся мысли, смятение и чувств. Выложил на блюдце, вымыл водицы, будто арбуз. Удивился, сколько смысла в себе хранит этот плоть и куст. Вроде бы просто мышца, главная фишка наш поддерживать пульс. Сердце, кручу его в разные стороны, как кубик Рубика, и вижу всю свою жизнь, всю свою музыку, все безумия, лица которых любил, шрамы, раны, дырки от бублика, все заросло, затянулось, запудрилось, все, все до сосудика. Того ли ты захотела, сердце мое, скажи, во все мое тело будто понатыкали ножи. Так охладела каждая клетка моей души, что без предела я оголтела, плаваю в море лжи, как моржи. Бесконечно.